Приветствуем вас на канале семьи Савченко. Третья часть весенних каникул. Приехали мы в библиотеку. Дженнифер, ты в библиотеку приехала? Да. Ну, беги скорей. Библиотека – это одно из любимых мест наших детей. У нас уже есть одно видео, где мы ездили в библиотеку в соседнем городе, а эта библиотека буквально 2 минуты от нашего дома на машине. Вот мы заходим через другую дверь, не через парадный вход. Это вход в центр для пожилых людей. Сюда заходят, и здесь вот я сейчас покажу комнаты. Зал большой, где кормят и как бы проводят время с пожилыми людьми. Может быть, участниками войны или тех, у кого нет семей, родственников. Их сюда привозят, с ними занимаются, играют вот здесь вот в бильярд. Может, просто читают, поют. Ну и, конечно, кушают. Здесь кормят специальным их обедом, завтраком. Вот здесь мы уже подходим к библиотеке, это все один и тот же вход. Здесь стоят полки с книжками, их можно брать вообще бесплатно или какое-то пожертвование давать. Здесь мы поднимаемся наверх, и здесь детский зал. Сегодня я покажу только детский зал, потому что мы приехали с детьми. Привет. Различные игры здесь есть, вот такие вот мозаики. Или вот стоит стол посредине с различными бумагами, разукрашками. Кэти, интересно. Где детки могут разукрашивать здесь или просто сидеть, карандаши, общаться. Вот здесь напечатали деткам много картинок. Можно просто сесть, взять карандаши и тихонечко разукрашивать. Ну, только ты потом не забудь, какие ты книжки взяла. Ты хочешь их все взять домой? Да. Главное взять книжки и не забыть, какие взяли. Поэтому я им всегда говорю, посмотрите и посчитайте, кто сколько взял книжек. Вот Ангелиночка решила в тишине просто поразукрашивать. Это часть библиотеки больше как для подростков, для детей постарше. Здесь книжки потолще, поинтереснее. Вот улица здесь главная нашего города, по которой мы ездим очень часто. Удобно, кресло стоит, чтобы можно было посидеть, почитать. Ну, вот Вова тут устроился в кресле. Ты какие книжки читаешь? Дронс. Интересно? Вова у нас очень любит книжки про животных. Это его любовь к книжкам. Большие рассказы он не любит читать, а вот про животных с удовольствием всегда. Кэти наша, вот она учится в 1-м классе, но тоже берет отсюда книжки, потому что она у нас тоже очень любит читать. Сейчас пойдем к малышам. Да, мама сейчас сядет здесь на диванчик. Давай посмотрим. Ну, покажи мне, как этих делать. Ну-ка, это корова. У нее снимается, да, голова, ноги. И потом ее можно собирать, да, опять? Ну-ка, собери эту корову, попробуй. Правильно сделала? Это вымя у коровы, откуда молочко. Ну-ка, покажи мне корову. Ей! Сейчас. О, еще одна корова. И там еще есть жираф. Да. Наверное, нужно вот так. И потом вот так. Да? Нет. Нет, не так, а как? Это кто? Ну-ка, покажи маме. Elephant. О, это слон. Ему нужно еще ноги сделать. У него ноги вот здесь должны быть. Вот там, наверное. Посмотри. А это кто такой пришел? Ай, как страшно, какие зубы. Это Вова. Это не Вова, это крокодил. Это Вова. Это Вова там. Ну-ка, давай посмотрим. Ай, как страшно. Ой,
Вова схватил. Ой! Вова там прячется. О, Дженни, страшно. Вот различные есть такие паппет-шоу животные, с которыми можно деткам играть и делать истории. Нехорошая собачка. Сделала, молодец. Вот каждому ребенку по его интересам. Дженнифер здесь нашла вот такую большую синюю коробку. Ей, конечно, интересно, что же там. Дело в том, что у нас в библиотеке сделали перестановку, и дети еще не видели, что есть в каждых коробках. Там кубики, да? Из кубиков можно строить различные домики, а Вова вот все нам показывает истории про крокодила и про попугая в этот раз. Вот попугай такой злой пристал сам к крокодилу. Дженнифер пытается их разнять. А попугай решил добрым быть. Да, подружиться с крокодилом. А крокодил взял его и съел. И съел его. Кэти тоже нашла конструктор и тоже тихонько сидит, строит себе большой зал. Места всем хватает, а все заняты своим делом. А Нелечка сидит здесь с малышами. Привет. Решила сделать оригами. Джинал красивую картинку нарисовала, Неля тоже. Мама. А ты? И Дженнифер тоже разукрашивает красиво. Это ежик из каких-то книжек сделан. Да, из листочков книжки получился ежик. Полка, где можно учить различные языки детям. Вот здесь немецкий, итальянский, тоже итальянский, вот русский. Моя первая книжка русских слов. Сейчас посмотрим, что там. Вот написано «Мои первые русские слова». Яблоко. Написано слово по-русски, по-английски, транскрипция. Так можно и выучить русский. Вот семья. Бабушка, мать, двоюродный брат, тетя, дедушка, брат, малыш, отец, сестра. Вот так вот можно учить русский. Нога, рука, голова. Одежда тоже. И вот так вот на каждой странице очень удобно, кто хочет учить русский. У нас, кстати, есть знакомые. Семья, мама и дети решили учить русский. Они тоже берут здесь в библиотеке книжки. А еще есть книжки с дисками. Можно слушать и можно смотреть, запоминать. Сейчас они вообще пошли по такому интенсивному методу, взяли на компьютере русский язык. И, конечно, они всегда с таким восторгом всегда рассказывают, какое-то слово они выучили или что-то для них стало наконец-то понятным. То, что мы, может быть, ну, не ценим, или, как сказать, это наш язык, и мы уже привыкли, что окончания мужского и женского рода всегда разные в основном, что для американцев, конечно, непонятно и очень-очень трудно. Вот такая вот книжка попалась мне, интересная очень, даже мне было просто интересно посмотреть. Посмотрели, поставим на полочку и пойдем посмотрим то, что там детки делают. Вот это еще я хотела показать, это аудиокниги. Несколько дисков там можно слушать. Неля делает оригами. Что ты будешь, лису делать? Да. Сейчас посмотрим, какая Нелли получилась лиса. Джинал, что ты нашла игру? Ты хочешь, чтобы я с тобой играла? Практически каждый раз, когда мы приходим в библиотеку, Джинелл просит меня играть с ней в эту игру. Она специально бежит, находит ее. Такие противоположные слова. Холодная, горячая, ночь, день, толстый, тонкий. Правило нужно, кто первый избавится от своих карточек. Окей, я кладу или ты первая кладешь? Кто кладет?
Это наш магазин. Окей, я первая кладу. Я кладу ночь. У тебя должен быть день. У тебя есть день? Окей, иди в магазин теперь. Какая карточка? Нету день? Нет. Ну ладно, теперь я смотрю, у меня тоже нету день. Поэтому я тоже иду в магазин. Смотрю. О, у меня есть день. Ха-ха-ха. Да. О, у Нелли лиса получилась. Покажи. Где? Красивая лиса. Вот красивая лиса получилась у Неллечки. А мы доиграли в игру и поехали домой. Спасибо, что смотрели наше видео про библиотеку. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями и приходите к нам еще на канал. Всего хорошего. До свидания.